Лес – это полноценный и сложный организм, поэтому, как и все живое на земле, может заболеть. Эпидемия жука-короеда – настоящая напасть для деревьев, в первую очередь для елей. Урон от него не маленький. Не маленький, потому что он, собственно, садится на уже взрослый лес. Такой, то есть молодой еще с ним справляется, а взрослый лес такой уже перестроен, и он с ним не справляется с этим жуком. И урон от него, собственно, достаточно большой. То есть площади сами видите какие, да, там по 7-10 гектаров, собственно, съедает леса. И этот лес надо убирать и выпиливать. Оставляют семенные деревья, которые короед не трогает. В данном случае это сосны, которые обеспечат естественное восстановление леса. Человек тоже помогает природе. Участок площадью более 7 гектаров готов к высадке саженцев. Площадь срублена, порубочные остатки сожжены, почва вспахана. И уже 11 сентября в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево» здесь будет высажено почти 30 тысяч маленьких елей, сосен и дубов. Представители контрольного управления города и областного комитета лесного хозяйства прибыли на центральную площадку Подмосковья, в деревню Шолохово. Поскольку на субботнике ожидается минимум 3500 мытищинцев, то здесь будет работать полевая кухня, фотозоны, сцена, а также палатки для маленьких экологов, которые смогут пройти мастер-классы. Организацию транспортного сообщения тоже обсудили. 7 автобусов от здания администрации и 2 от станции Лобня начнут курсировать с 9 часов утра. Начало акции в 11. Также мы думаем, что люди будут ехать и на своем транспорте, хотя здесь парковка не очень предусмотрена для личного транспорта, поэтому надеемся, что люди подойдут к этому тоже более сознательно и постараются доехать до Лобни и приехать сюда автобусом. Посадочным материалом и инструментами мытищинцев обеспечит комитет лесного хозяйства. Работать активисты будут парами. Один выкапывает яму, другой сажает. После мероприятия, участок, который будет на сегодняшний день проводиться культурно-массовое мероприятие, тоже будет подготовлен, вспахан и тоже будет засажен лесными культурами после уже проведения через неделю. Всего в Московской области организовано 28 зеленых площадок, где 11 сентября ждут всех неравнодушных. Адреса можно узнать на портале МосРег. Ульяна Сергенко, Олег Степанов, Первый Мытищинский.